Так, ну что, ребятушки, давайте поиграем в Hot Wheels. И посмотрим, сколько монет у нас мало. Поэтому поехали зарабатывать монетки. Так, отлично. Проехали мы этот участочек. Так, итого 255 монет у нас есть. Так, ну этого мало, конечно. О, сколько много я монет пропустил. Слушай, хоть назад возвращайся. Да, тачка достаточно быстрая. Все, едем. Нам нужно эту тачку прокачать до максимума. Вот, мы едем самые первые. Так, да? Ой, хорошо. Нам нужно звездочку заработать. Звезду, чтобы 3 звезды было у нас на карте. Давай. Есть. Так, трасса пройдена. Опа, все, 3 звезды мы получаем. Хорошо. Давайте посмотрим. Так, в третьем гонке еще 3 звезды получим. Давайте прокачаем хватку, прочность, наклон. Ну все, поехали. Так, сделали кувырок. Опа, оп, нет, пожалуйста. Перевернулась наша тачка. Ну ладно, давай еще раз попробуем. О, у нас монетки добавились. Ну давай наклон прокачаем, чтобы получше наклончик был. Так, кувырок. Теперь я буду аккуратнее здесь прыгать. Офигеть, мы пропрыгнули и все эти монетки пропустили. Ну ладно, ничего страшного. Давай, таченька, давай. Забираемся наверх. О, вот здесь сложный этот уровень. Так, проехали его. Так, вроде бы мы первые едем, да? Хорошо. Так, ой. Топливо кончилось. Да что ты будешь делать? Сразу, как кончилось топливо, у меня машинка стала неуправляемой. 200 монет есть. Ну давай скорость прокачаем. Все, поехали. Делаем кувырочек. И здесь надо внимательно быть с бензином. Бензинчик надо взять. Так, едем, поехали. Так, мне нужно 3 звезды в этой гонке. Так, ускоряемся. Так, ну вот, у нас бензин уже на исходе практически. Поэтому... Да ё-моё, ты чё перепрыгиваешь бензин, алё, вонючка? Всё. Наконец-то, я уже думаю, опять не смогу перепрыгнуть. Давай ещё. Опа! Противник уже здесь. Нам нужно его перебить. Нам нужно максимально быстро ехать. Да, с бензином немножко загвоздочка у нас произошла. Ну ладно. Ничего страшного. Так, заехали на одну платформу, заехали на вторую. А вот и финиш, ребята. Здорово. Да, победа, ребята. 3 звезды мы сейчас получим. Круто, рекорд побит. Давайте следующее у нас. Где у нас звездочки нет? Всего у нас 16 звезд, представляешь? Так, давай прокачаем хватку, прочность и наклон. Все, поехали дальше. Так, а мы соревнуемся, получается, с максимальной тачкой. Представляешь? Как несправедливо. Вот, ну дайте такую же машинку сопернику, как и у меня. О, камни пошли. Камни. Вонючие камни. Вот. С камнями сложно здесь, конечно. Ладно, поехали еще раз. Камушками надо будет повнимательнее. Сильно не спешить. Так, пускай. Все, камень упал. Мы через камень должны проехать. Есть.
Получилось у нас это. Давай. Опа, ускорение. Так, вижу бензинчик. А почему-то те монетки я не получу. Интересно. Как-то несправедливо. Так, опять у нас камни. Опа, нифига себе, я перепрыгнул камень. Круто. Мы сэкономили кучу времени. И давай, сейчас будет победа у нас. Наверное. Давай. Ё-моё, ребята, финиш уже. Отлично. Трасса пройдена. И мы получаем еще одну звезду. Офигенно. Давайте прокачаем что-нибудь еще. Наклон. Ага, тут все дорого. Поехали. Так, это новая трасса у нас, кстати. Так, что у нас здесь интересного на этой трассе? Так, камень. Тихо. Проезжаем. Еще чуть-чуть осталось. Ой, ну давай, поднимайся, наконец-то. Так. Какой соперник быстрый-то у меня попался, а? Так, если бы через камень мы перепрыгнем, будет здорово. Давай. А тут, смотри, быстро перепрыгнул. Не то, что мы. 3 часа. Да, опа. Ну, хоть монетки заработаем. И то хорошо. Так, ну что, начинаем играть в игру под названием Max Fury Road Variator. Ну что, вот у нас моя тачка. Так, это... А, машина разблокирована. Играть. Так, выбери бустеры. Так, у меня защита есть, хорошо. Сейчас нам нужно будет пострелять с этой машинки. О, есть защита. Так, главное не переворачиваться. Так, есть, одного убили. Тут, короче, главное еще можно так притормаживать, чтобы не быть мишенью. Есть. Уничтожили одну машинку. Так, сальто надо еще делать время от времени. Так, а ну-ка подожди. О, все, уничтожили. Так, картошка. Интересно, почему они сзади, откуда они берутся? Так, если перевернуться, то получается машина чуть взрывается, она даже. Так, проверим. Но нет, вроде бы, нормально видим. Так, кто-то меня еще убил или что, я не понял. А, тут еще мини лежат. Так, а нам нужно еще к финишу добраться, ё-моё. Что-то я не посмотрел. Есть, одного уничтожили. Так, а вот и финиш. Так, гоночка такая вот с ускорением. Так, ускоряемся. Так, сейчас будет поворот направо. Понятно, поворачиваем. Так, берем тоже ускоритель. Вот, ну, этот ускоритель, так, это прямо. Так, а что меня обгоняет? Ах ты гад. Ладно, ничего страшного. Так, ускоряемся. Так, опять смотрю, ну что такое? Так, вообще нифига поворот, резкий поворот, ладно. Будем знать. Блин. Здесь еще на тормоза надо нажимать. А, финиш, все, финиш. Все, выиграли. Золото получили мы.